погнали вот на кабин, на наши, на кабин 13 сначала. Давай, пойдем. Погнали. Так, сейчас все купарни. Видел, еще торговец в тайнике продает. В тайнике? Ну, типа, вот сверху список есть, и на сейф. А, да, там же есть дополнительные эти. Вещи всякие, что-то. Да, но там они супер дорогие, по 60 тысяч. Да, посмотрим. Септра губ бродяги. Модификация колонны там, кстати. Торговые автоматы пустые, блин. Так, я торговые автоматы, это штуки, которые типа... Между игроками торгуешь. Между игроками торгуешь по всей карте. Понял. Это как в Расте хуйня вот это. Да. Да. Стрелькор, у меня для тебя есть. Для дробовика хуйня. Что-то есть. Давай сюда. Давай же мне эту хуйню для дробовика. Бля, ну у него патроны только на магнум, да, имеются. Верное. Нет. это утконос. 72. А сколько у нас денег? Или у нас 0 денег сейчас? Мы квесты не выполняли, денег нет. 0 денег, я понял. 650. Это 38. У нас на базе сейчас денег там валят. Погнали на Радугин квест. Это вот максимум касается. Где-то рядом должен быть еще один чей-то. Да, он скорее всего прям в одном и том же месте, я практически уверен. Там 10 метров написано разница между ними. Не, я думаю, это один и тот же. Ну, я тоже думаю, точнее, что это один и тот же. Ну да нет, то, что деньги занимают слот, это я помню. Так, ну вот один. Лутаем, пропал, да, что ли, блядь? Знак. Вот восклицательный знак номер раз. А, да. Сначала лутаем, потом активируем, да? А второй где? Не, наоборот, надо активировать его. Не, можно сначала залутать, а потом еще раз залутать. Второй. Вот этот но мой. Это лучше с ценными домами, этот не, дом не очень ценный. А, они одинаковые, правда, они одинаковые. Ну, допустим. Ну, давай, выйдем. Это квест графона написан. А, нет, графона рядом нету. Я тут. Все, активировал. Погнали. Надеюсь, будет работать. Нихуя хватит ты его, блядь. Бам, викинг, блядь. Ну вы мне там, блядь, наусиляли эту кувалду. Да, в подвал, парни. Ебёт сейчас. Сейчас, давайте латунную хуйню разберем. Да. Только лучше к этим, гаечным ключом разбирайте, стойте. А у меня нет гаечного ключа, ну разбирай. У меня есть тоже. Всё готово. Ой, я хочу. А вот гаечный ключ лежит для кого-то, мужики. Скинул. О. Найс. То, что нужно. О, блядь, кто выпустил зомби? Да я что-то он залез куда-то. Олег, вернись, блядь, обратно. Он наверху один. Хуйня лежит, блядь, хочу забрать ее. Какая? А, вот там. Хорошая хуйня. Фонарик там лежал. Я тут бункер. А мусорку посмотрели маленькую? Нет, кстати. А там, бля, латунный подсвечник, свинец, дерево. Вообще жестко. Латунь супер важна. О, смотри, толстый, блядь, не пролажу уже в пещеру. А вот первые припасы. Ага. Так, дневник охотника, постоянно бывающий урон койотам больше, блядь. Мишаня, кто будет охотиться на койотов? Ну как хочешь, мне вообще по барабану. Убирайте. Ну я могу взять, где она? Забирай. Давай, оп. Таблички. Потом дубинка из трубы, смотрите, какая-то есть. Я не буду хуярить дубинкой. У меня, я дубинка-боец. Давай, бери дубинка-боец. Так, ну вот я нашел сумку курьера, забрал его посылку. Вот возьмите, мужики, вот здесь сумка курьера лежит. Я тоже взял. Вот там, да. Я смогли взять. Ну, это был мой квест, да, вроде как? Да, это... Mm-hmm. Не, это не твой. Это либо мой, либо ковра. Mm-hmm. Я не знаю. Погнали, типа, наверх. А у меня в сумке ничего нету. Это квест... А, у меня а есть. А вот у ковра и нету ничего, получается. А у меня сумка, походу, выше где-то мне показывают. А, да, возможно. Давай забираться искать. Мы же вот только сделали уже. А, во! Нашел. Вот она, да? Шел? А, лутай. В натуре сумка курьера еще одна. Можно этот? У нас там пусто? Я узнаю, сейчас ковер возьмет. Ну, все, взял. Да, у нас там пусто. Хорошо. Давайте тогда выйдем. А вот, можно еще активировать на улицу. Давайте на улицу. Погоди, сейчас мы выйдем на улицу. Кто-то, блядь. И еще раз активируем, а он оба сдастся тогда, интересно. Кто знает. Бля, если. А может по очереди просто сходить, тут не так далеко бежать. О. Мы заодно проверить можем. Оп. Да, в натуре еще раз можно активировать. Давайте пробовать. Давай. Чем черт не шутит.
А, ты можешь ковер активировать? Территория недоступна для выполнения задания, приходите позже. Ну пойдемте сюда, сдадим сначала. Пойдем. Пойдем. Слаб мастерских слитки бывает дропаются, если ключом разбирать. Пойдите, давайте на разбирать их. Пенек, мужики. Постойте, парни, давайте сначала сходим на квест. Какой? Да, ребят, ну с кейвом, с кейвом. Давай. Так, сейчас там зомбак сзади. 48 метров где-то. Мед не выпал. Сюда. Правее, направо. Готов. Вот тут. Види, Радос. Да, прям вот там. Он, вот, да, он, вот, он, вот он, вот он. Подземелье, да. Там курица, Фей-квест. Курица, курица. Чей квест? Чей квест активируешь? Мой, могу. Готовы? Активируй. Сейчас курицу убьете? Да, блять. Она уворачивается. Да, блять. Убить ку... Блять, да. Есть, есть, нормально. Все, теперь, по идее, можно активировать и не должна пропасть. Нормально. Это мина. Не наступайте. Это мина? Графон, где, где, где? Вот там спереди красный, мина. Да ну пиздишь. Вон, вон, вон мина. Ебал, мини-мина. А, что это тогда? Ой, о, нихуя себе, ну-ка. Погодите-ка, блядь. Что там? Я такое нашел, блядь. А-а-а! Тут подземный спуск куда-то под водой. Блять, ну это уже явный намек, что это надо выход, худеть. Наверное. Подземно-подводный спуск. Ебать, тут нихуя себе. Ты там, о, выживаешь? Блядь, я раздел курицу. Хорош, Радос, лучший. Ебать, у Радуги копье какое-то ебанутое. Так он, понятно, же сразу его, я... сразу там его забирал, пиздил, конечно, блядь. Как только это увидел его, копье, нахуй. А где ты его взял? Ты нашел его? Там все. Классное дедушкино пойло, еее. Вот сумка, кстати, на мне сумка, парни. Бля, как мне выбраться отсюда? А у меня нету там нихуя, кстати. Ну тогда идем дальше. Да. Бля, мужики, а есть какой-нибудь? Зомби сзади, сейчас я ему в голову дам. Радуги в голову дам, блядь. Бля, нам было пату, мужики, на самом деле, что вот эти все штуки копать. Видите, у нас, о, вот сумка, цемента вот, стоит. Вот сумка. Где? Ебой. Все, у меня две сумки имеются уже. Я не тут, у меня дальше где-то. Чем дальше сумки? А, у меня тоже не тут. А у меня даже отметки нет почему-то на сумке. Она сверху должна быть желтенькая у тебя, нет? Не, как мне выбрать этот квест, чтобы он отслеживался вообще? Как только берешь, а у меня тоже не отслеживается. О! У меня показывает только. Розовый ящик пролетает. Кошачий корм. Мяу. Я не принял это задание, да нет? Нужны еще доказательства, что я котик. Счастье стык. А, во, сумка. Ковер, вот здесь посмотри. Ну-ка. Может, у тебя вот это же. Нет, не это. Это? У меня есть задание в пещеру, но у меня нет никаких марки. Стали на оружие, блядь. Блять. А вот, еще сумка. А вот еще нашел, сумка. Нашел. Грибы. Грибы, блядь, собрал. Грибы, nice. В натуре. Ой, дел сделал. А как ты их собрал топором? Пера, блин, ножом, да. Их просто нёв в бочину. О, гроб, ебать. Возьмите наручи из металлолома внизу, парни. Кого нету наручей? У меня нету. Выпавшие вещи сюда. С оружием сюда. Не, у меня есть четвертые. Наручи из металлолома одеть. Так, могу вот отдать набивные скинуть. Все, сумки взяли сумки? Угу. Держите это. Лезем. Я могу их таскать сейчас. По идее, сейчас должен быть квест графона еще должен. Да, на зачистку этой пещеры именно. О. А тут можно назад, кстати, вылезти. Вот сумка одна. Пойдем за мной, Радо, пойдем. Доверься мне. А, и вот он. А мы не выберемся же отсюда. Как-то не выберемся. А, ну норм. Прямо туда дальше. Там секретный знак появился уже. Только, наверное, будет так же, как с моим квестом, мне кажется. Да, но мне нам предлагают типа отойти метров на 200 и прийти. Давайте попробуем. 200 метров это как раз до этого до торгаша дойдем. А давайте, да. Не, давайте до дома дойдем обратно, попробуем. А зачем? Так зачем нам до торгаша? А, там еще до дома, где был квест прошлый. Погнали, попробуем. А тут 200 метров нет, дом, блядь, в 10 метрах. Ну, давайте я попробуем, знаю, в любом случае, вдруг получится, ну, давай. Да, работает. Но... Работает? Мишу графон давать. Сейчас, я иду, погодите. Пошавур, вырою.
Потом вернемся опять в пещеру, выполним еще. Да, раз. Еще раз пещеру. Ебать, фарм пошел. Ух. Вы типа к тому дому пошли, да? Там вот 50 метров тут. Угу. Да я вижу, вижу. Мужики, а похавать ни у кого не будет. Не урчи, индейец. А вот я тоже жрать хочу. У меня есть. Сейчас я мусорку пошарю, пацаны. Нету, нету. У меня мусорки. У меня есть грибы. Грибы. Есть мясо. Не свежее. Не свежее, блядь, звучит не очень. Не, сейчас смотрите, у меня есть вот это. Ой, я грибы похаваю. Великолепная консерва. Раз, смотрите. Можешь? И вот еще такая же. Да, погнали, погнали, квест. Давай, погнали. Захаваю консерву. Погнали, сдадим? Да. Как раз 200 метров там примерно есть. А грибы можно съесть? Не буду. Да. О, да, нормально. Да, да, можно вроде. Грибы вообще... это ягоды, блядь? Не, грибы вообще нормисы, кстати, нормальные ребята. Мне еды дают. Интересно, что за дом слева вот этот? Ага, пока не сдадим эти квесты, новую пишут. Блин, мы не сможем с грибами это вообще охуенно. Типа шампиньончики на углях это просто выше всяких похвал. Опа, Фолиот подарил подписку для мистера Гудвина. Спасибо большое, Фолиот. Ну-ка. Тема гаечного ключа, иголка, охуеть. Иголка с, ником, с ниткой могут дать. Вы знаете, как шить красивые шорты, маги, футболки и кепки. Которые поставить от жары. Или бейсболку, блядь. О, Алексей, есть книга на урон дубинками на 10% больше. Интересует? А я, по-моему, такую читал уже, мне кажется. Отбивающий на поле том 1 читал? Так, а как узнать то, что я читал? А вот это я хуй знает. Да, блять. А как это узнать? А как? Кит получен арбалетному оружию, том 6 есть еще. Как еще раз? Отбивающий на поле? Да, том 1. Том 1, да, давай, я том 5 есть, читал. Есть, давай. А у тебя графон нужен на луке и... Так, стой, блядь. Стой, стой, Редос, секунду. Охота с копьем, том 4 нужна? Да, да, да. Давай. Беру. Мне. Усиление или утяжелитель? Так, все. И смотри, это горят в прокачке книги. Мишаня, гид, лук, арбалет, том 6 читал? Сейчас, Радос, скажу. Гид, лук, арбалет, том 6. Не читал, Радос, 6. Беру. Так, мне квест пока больше ничего не дает, кстати. Ну, а потому что ты дает, свой взял уже, да. Но у меня есть на тот же самый дом, на кабин 13. А у меня не показывается квест. Я типа говорю, есть работа, ну нихуя. А потому что мы ваши еще не выполнили. Вы сдали наши, но еще ваши не выполнили. Могу еще раз на кабин 13 взять, так, мужики. Так, пацаны, квест. Давайте, книжки, поехали. Охотник с копьем выкинул. И выкинул биту. О, фонарик, похуй. На, держи, Мишаня, тоже. Давай. Так, квест вот расшарил, это, мужики. Четко. Квест расшарил, мужики. Сколько у меня навыков? Принимаем мы его. Я тоже расшарю один квест. А, короче, у книги в углу белая иконка. Открытая или закрытая, уже открытая уже читал, говорят. Если закрытая, то нормис. Но видишь, типа, мы же мы же книжки для других ребят, типа, не для себя берем, поэтому тут. А я проще проверяю. Я просто захожу в навыки, и там оно подсвечивается. Спасибо, Кей. Там еще какую-то картинку определять, блин, за подписку для Кей. Так, ну подняли, сходим еще раз, проверим. Погнали, да. А это что скинули? А, это Ралькора лежит, штука. О, давай, да. Спасибо. Так, ну-ка, я могу модифицировать кастет, блять. Да, я могу модифицировать кастет, нихуя себе. Вырванный кастет. А куда можно. Куда можно фонарик засунуть? Или фонарик так нельзя засунуть? В налог. Жопу. Жопу. Я просто фонарик, видимо. Фонарик. Ес. Мне говорят, что вот это справа хуйня от нас, это военная база подземная, вот это перед нами, которая. Перед нами? Ну вот это полоса. Похоже на свалку. Военные базы страшно, потому что они взрываться любят, блядь. Да, похоже, похоже на свалку, а не на военную базу, звучит как наебало. Ну, может быть, меня наебали. Да. Ну, можем посмотреть на самом деле, почему нет. В любом случае, это опыт. Отрицательный анальный? Или положительный? Анальный опыт? Анальный опыт? Блядь, ну... Нет, наверное. Не, мне уже пишут, что наебали. Наебали, да? Ебать, ты орёшь там. Просто дольше, ну, возможно, Тарчес. Да, бля.
Так, погодите, не берите пока квесты, я хочу кое-что проверить. Так, ковер должен проверить. Здорово, потом. Равно не берите пока. Даже если можете. А это же мой квест, не? Это нет, это ковра. Угу. Твой в пещере. Так, сейчас. Сейчас, ага. Так твой тоже тут надо активировать. О, нормально. А, погодите, мужики. Играй там что-то, блять. Да, мне тут просто совет дали, типа химлаборатория дохуя дает, разберите ее. А я чертеж как... для химлаборатории нашел. Перед тем, да, как квест есть. Активировать. Что, новый появится? Типа, второго хиборг. Кому отдать чертеж, парни, с химлабой? На раду тебе. Может сам, да, может сам, сам построишь. Сам? Ладно. Да что нет-то? Я просто не знаю, может там навыки какие-то нужны. Да нет, просто же рецепт. Так, все, если можете обновлять, мужики, обновляйте. Так, и вот самодельные Давай. Бомбы, но это тоже на верстаке надо делать. Давай ковер попробуй. Поехали. Ну, поехали. Да такое, Вик, 2% это же еще хуйня. Ой, там ворвался. Нахуй, блядь. Сумка курьера на сумка сразу. Вот тут сумка курьера на да, забрал уже. Второй, нахуй. Нахуй, блядь. Залетаем дальше, его. Блядь. С двух ног, блядь. Сумка вот, курьера наверху. Сидит, блядь. Здесь вот она. Оп, сумка курьера. Смотрите, кому-то нужна. Четко. У меня там было... Я нашел уже. Я не нашел еще. Я нашел. Блядь, а где моя? Моя внизу, походу. Вишня. Внизу, ну давай внизу искать. Там еще просто одна шипит, была. Шипит, блядь, кто-то еще. Нахуй. Туда его, Радос, блядь. Тут еще среди женщины идет к тебе. Говорит, ебать, радуга, милый мой, блядь. Нахуй ее. Умри, блядь. Туда, убивай. А я пока я химлабораторию разберу. Тут нету? Нету. А, для биты еще книжка. Винтовка 5-го уровня. Ебать. А, в смысле, которая трубная, да? Тут обновилась, блядь, ну, это охуенно. Так, конечно, весь лут обновляется, в этом вся суть. Лутать два раза. Поэтому дважды и лутать. Это кто, блядь? А, это Миша, ебать. Мать, ты страшный пиздец. Бля, значит, я проебал, она все-таки наверху где-то была, да? А, скорее всего, где у меня? Или где у меня? Говорил. Ну, вот это вот была в прошлый раз. А, пойдем. Она же подсвечивается, блядь. Да, она подсвечивается. Нашел? Забрал? Нашел. Пойдемте, выйдем тогда. У меня тоже снова сюда квест, если что. Ну, нам... Ну да, мы не активируем, нам нужно в пещеру Мишину. Ну сейчас Мишину пещеру заберемся, да. Так, чё, кому-то нужна винтовка из трубы? Да, давай, конечно. Так. Я сейчас патронов куплю на нее, ух, блядь. А, я тебе патронов дам сразу. Ух, ебать, дайте мне патроны. Вообще, а, всё, блядь. Ну хотя бы, блядь, двадцатку, мне вообще ноль. Какую двадцатку? Тут 8 штук, блядь. А, понял. Что, погнали? Сейчас, погоди, секунду. Погнали. Миша, активируй. Сейчас, секунду, я поставлю прицел. Миша, активируй. Ну, Миша. Ну, секунду, блядь. Миша. Почему вы такие нетерпеливые? Миша, ну ты не понимаешь. Так, мы просто все. Хотим быстро выполнить этот квест. Все, о да, ебой. Ну все, пизда всем вообще. Смотрит на здоровый ствол и такой, о да. Че, поехали? Давай, чё, погнали. Как... О, все обновилось. Дали. Вперед! Ура! Ну-ка, настало время дробовик проверить. Неплохой дробовик. Нормальный? Тунычка? Вообще Ой, нормальный. Тунычка, ебать. А чё он не умирает, пацаны? Он не умирает. Я думал, мы его убили. О, с него выпавшие вещи. Ебать. И чё там? Нихуя нету, парни. Жёстко! Ебать, так там схема модификации. Чё ты нихуя нету, говоришь? Обманщик. Наёбщик! Обманщик. Там реально с ним не было. А, кстати, алькор. Стой. Вернись. Подожди, у меня тут, блядь. Видишь, что тут? Ай, блядь. Нормально. А че вы бочки не лутаете там на топливо? Книжка. Подвоечное поле том 2, ебать! Можете создавать бейсбольные кепки и бомбери. И на 5 меньше урона получать при их ношении. Бомберы и кепки. А нам здесь просто зачем не понравится. Да. Бить всех. А там он зомби. Ну-ка, не вставайте, девушка. Фу, блять, ты шо нахуй? Автобус. Так, красный чай мы хорошие. Не нашли еще, по-моему. Все, автомат из трубы, но я его, наверное, раскидываю. О, нагрудник на... Бок! Чам, железная кирка 5-го уровня, мужики. Ой, это хорошо. Кирка вообще супер хорошо звучит. Продам.
Железные стрелы еще, кстати. О, а что с ним, блядь? Да это я распял его, блядь. Просыпайся, ёбаный шашлык. А, все, мы что-то не зачистили. А я. А вы нашли? Ты читал квест? Да. Нет, у тебя квест зачистка у тебя. А, тут зачистить надо? А, чистил. Да, все, вернуться к торговцу, все. Ну, погнали к торговцу. Вообще. Поехали. Зашли, вышли. А инту из вас кто-то качает? Пацаны, кто-нибудь качает? Убить, блядь, бить бита по башке. Вроде бы нет. Баба Джи, блядь. Интеллект это не про нас. У меня бита, я все. О, мусор. Ну-ка, что в мусоре? Нихуя, банка, это хорошо. Три уровня. Бартер, прочитай. Интеллекте что-то качнуть. Проектирование кто-то качает, кузнеца? Я кузнеца качаю. Потом миссии закончится. Я сейчас скажу еще. Я именно вот да, именно продвинутое проектирование я качаю. Угу. Дальше, когда ну пока что я силу качаю, конечно, а не вот это вот ваше. А тут же глушители на оружие тоже есть, да? Есть глушители, кайф. Да. Они глушат. Все, мы идем квесты сдавать, да? Да? Nice. Можно снова потом будет в этот дом забежать, если что. У меня на него же квест. Угу. Удобненько. Но если у вас будет пещера Кейв 1 квест, либо дом 13, берите. Без инты вы не сможете развиваться дальше металла, да и металл будет тяжко добывать. Почему тяжко? Идешь, долбишь киркой, блядь, камень металлический, и все. Погоди, в интеллекте говорят, есть какой-то баф на всю команду. Так, а, нихуя себе! Душа компании! Ваши союзники получают 20 к выносливости и здоровью. Потом ваши союзники... Все качают? Наверное. У находящихся рядом союзников... Нет, конечно, мы квесты на всех раскидываем. И урон в ближнем бою повышаются на 20%. Союзники с вами получают на 10% меньше урона любого типа. Плюс один ко всем характеристикам, охуеть. Неплохо. Имба. Нагрудник третий никому не нужен. А получают только союзники, а ты не получаешь, да? Вот поэтому может стакиваться, если мы друг другу будем. Блять, урона Ленина 10% больше. Да. Ник охотника. А у меня такой. Открытая книга, это значит читали, да, уже? Да, да. А нужен кому-то урон по Ленину на 10% больше или нет? Так, том 6 смешание там было. Нужен. О, шахтерский охотник. Урон по оленям нужен на 10% больше кому-то. Да нет. Хочешь схему железного арбалета? Так, нужен тебе железный арбалет. Мне надо будет изучать. Какой-то секретный рецепт компании Срамвей. Здорово, Сандрей. Здорово. Что, вы давали? Лучшее соединение. Джокер еще нет, подождать надо. Нет, я это считал, да ебать. Так, попробуем продать. Кэтс поделился. Так, 7,62 надо у него патронов купить. Чё, Джокер давай, не говорил, сколько вы дать еще? Не. Почему не хочешь с ним общаться, блядь? Он не хочет со мной общаться, блядь. У тебя квест, значит, еще. Не, так а шо, я... общайся со мной, черт. Да, Миша, принесем еще раз припасы ему. Давай, отсюда же, что ли, из дома? Да, у меня туда же квест идет. А, ну да, погнали. Патронов купил себе целую, блядь, кучу, нахуй. Миша, стрелы лежат сзади. А, о, потому что хорошо. Вы общались с ним, вот почему. Ну, это вообще отлично. Почему я не могу торговать еще? Потому что я поторгуюсь. А, по очереди все понял. Да. Буду интеллект качать, пока что придурок. Потом тупоголовый будет. Как называется максимальный уровень интеллекта? Гигант мысли. О. А я, получается, качаю силу и инту. Это типа... Халк. Ха-ха-ха, Халк. Халк. Пойдемте, мужики, еще раз квест. А мы же ему продавать тоже можем какие-то штуки-дрюки, да? Да. Я хуёвое оружие продал ему. Пронизаю. Ну, да хуя продать, а сколько продать? Он? Цена продажи 27. Да забирай нахуй. Ой, ебать, откуда у меня 2500, чё? Ну, за квесты же. Меняли, да. О, за квесты, ебать, так я там прикуплю сейчас. Да. Я пока иду к Алькору. Бля, парни, давайте быстро, потому что 700 вечера, успеть сдать. Ой. Быстро нужно, парни, торопимся на скорости. Просто сдадим и все, и будет попроще. Go fast. Блять, вот отдал вам всю еду, теперь не обязательно один грибы нахуй есть надо. Еда нужна тебе, Миша? Да нет, да я грибов наемся.
наверное. Да, я тебе 6 могу дать эти. Ягод? Бля, на самом деле, да, мне тоже. У меня яички есть. 6 ягод, да. У меня яички есть, нормально. Яички сырые. 2 яйца. А где инта дает больше экспы? Понял. В смысле, а что, ты яйцо сырое никогда не выпивал? Я такое нашел. Троиды продал, хуй знает. А, что? Железный яйцо, говорю, сырое никогда не ел, что ли? Ну, конечно. Типа, открываешь его так, посолишь то маленько. Я и свежее ел, прямо, блядь, под курицу, нахуй. Ну, я тоже курица вот только вылупляется, я смотрю, вот очко у него разрывается. Хуйня какая. Нифига. Я уже, нахуй, и ты сразу там уже рот подготовил. О, сейчас снимай очки, вот это мне надо. Здорово, Аркалис. Ладно. Не, бля, вот свежие яйца из-под курицы, это просто охуенно. Они же такие оранжевенькие, прям каефные. Супер вкусные. И в них нет ограничений. Я помню, мы с дедом оставались на даче, реально каждый там под 10 яиц себе в омлет, как ебанет, блядь. Уф. Я иду, да, я закупался. Все, ебало потом в этом омлете. Бля, ну вообще сейчас было бы не ошибка. Бля, я бы, вот ты сказал. Бартер. А что там еще? Авантюрист, харизматичная натура. Всё, бля, я мужики квесты, кстати, не брал новые. Механик, чтобы машины делать и проектирование. Но можем Прилип разделиться. Круто. Я готов, типа, в какую-то сферу пойти. Бизнеса? Ну, я интосила качаю. Сила чисто для борьбы в упор и чтобы долбать стены разные и добывать больше из жил. Типа из деревьев. Здорово, Топас, так я же не мокрый. Да. А омлет как делали? У нас вообще, короче, называлась эта тема заебуиха. Продвинутое проектирование я буду вот типа заебенить ее. Брали, короче, ходили с огорода, там, перчик свежий, лучок, баклажанчик, помидорчик. Тема получения схемы. Все нарезал, там, чуть-чуть миска или колбаски на сковородочку, потом просто целая куча яиц с молочком. Почему это доступно механик, либо медик? Назвали заебуиха. Нужно интеллект качать? Блюдо, вот почему так у нас называлось. Типа заебенить все в сковороду и съесть. Принести припасы. Вот они прям тут. Здорово, Сиксони. Да мы вчера еще подрубали уже. Вернулись, так сказать. А вот здесь еще мог бежать, это... посмотрите. Буба-вумен. Буба-вумен, да. На, и нахуй. На, буба. Похуярили буба-вумен. Ноу-хэд, я бы сказал, больше. Ух. Сильно было. Да, тут же можно не под земку спускаться. Да, можешь снаружи просто пройти. А-а-а. Ну, блядь. А что-то вы ничего не лутаете вообще? А там особо-то и лутать нечего. Похоже, на батин суп по описанию тут еще самый лучший омлет, бля, со свежими овощами. Когда ты их подтушишь немного и яйцом заливаешь. А, так-то металл дает, трубы, железо. А, блядь, мне это сумка. А Friendly Fire тут есть. Есть Friendly Fire? Бля, я хуярил постоянно нон-стопом, так сказать. Короче, качево лучше на дубину, да ну. А ты омлет с молоком любишь или без? А мне без разницы, я и с молоком люблю, и могу и без сделать. Ну такое себе. Я вообще чай с молоком обожаю. Многие от этого воротят, а мне очень нравится. Погоди, ты хочешь сказать, что вот это вот с этим не стакается? Вот с этим. Опа. О, набивные поножи. О, я нашел, ребят, и батя нас ныкал. А, наверное. Тут еще одна нычка, да. Ни разу не попадалась вроде. Ладно. Ай, блядь, зашел. Нет, тут зомби. Это простейший лук, я это понял. Тоже. Железный болт для арбалета, ну тоже хуйня по сути. А, типа продам. Ебаная выносливость, как она душит. Ой, вода точнее. Бля, я что-то не могу найти. Воды могу дать, ребят. Наверху. Дайте хотите. Попить, Раду. Держите, Раду. Попить, да. Попить. На, Раду. Попробуй чай со сливками, тоже вкусно. Сливки пожрать. Дороже, я сливки для готовки обычно такой использую. Пожрать у меня тоже нету нихуя. Нужна мешань вода? А, у меня сделали. Есть? Идем нет, забрать, нет, парни, нет, сейчас закроется магаз. Да? Парни. Все, я забрал. Закроется эта хуйня. Он еще не скоро закроется, у нас еще час целый. Час. О. О, парни, смотрите, что у меня есть. Я, блядь, Dying Light играю, нахуй. Че у тебя? Мы где? Крюк кошка? Нет. Горящее копье, нахуй. А-а-а.
за подписку. Это прикольно. Хорошего стрима. Спасибо большое, Стиксон, тебе за подписочку, мужики, за поддержку. Тебе тоже хорошо стримать. А можно сейчас дать квест, или у него купить, или... А у него мясо, но чуть-чуть совсем. Да, бля, я Вик, просто я на правую кнопку нахуй иногда чиню, и поэтому как-то на левую все делаю. Ну это два стейка. О. Нужны еще пустые бутылки для воды. Ну, бутылки можно у него купить. Модификация для лопаты. А где? Тебе нужны пустые бутылки для воды, да? Да, пустые бутылки нужны. У меня 5 штучек есть. О, и... давай сюда, я их наполню. Я их застакаю со своими. Прыгну за водой, побегу. Да, 25 сырого мяса. Готовить бы что-то лучше, чем ебучее. А, 25 сырого мяса повар, тоже повар, неплохо. Повар, так ты же пошел в повара, Алексей. Да, я иду в повара, а, ну да, все, но пока что там пиздатых рецептов нету особо. Торгаша продается охотничий нож, а у меня есть рецепт охотничьего ножа. Надо просто сделать его. Обвал, блядь. Наверное, вот это лучше. Есть чем починить эту хуйню? Наверное, нет. Мужики, у меня есть снова квест на тот же дом. Чё? Интересно, конечно, квест. Я взял. Ну, блядь. Просто взорвать этот дом нахуй. Я тоже думаю, что... У меня как раз 12 молотов, блядь, 10 C4. Сравняем с землей, блядь. А я выполнил его, я взял и сразу же выполнил. Как а с ним, вы торгуете с ним, да, тут мужички? Да, сори. Не, я просто... А, все, я просто думал, блядь, мы можем одновременно торговать, а оказывается, не можем, нет, блядь. Нет, нельзя. И что мы делаем? Куда идем? Разделяемся пока? Надо еды, да, надо надыбать. Так что я бы, наверное, разделился и пошел бы за едой. Давайте. А вообще можете... Кстати, а дайте мне все свое мясо, что у вас есть. Я... О, блядь, он закрывает через скоро. А вы купили мясо у него? Не, я не покупал. Купить, точно пойду куплю мясо у него и воду. О, у него на седьмой день сломанная. Это за... А, блядь, это не зомбак, это кактус. Хочу, блядь, зомбака с винтовки попробовать ебануть. Как оно мне, интересно, в голову убьет его с первого или нет? Да, в жбан она нормально ложит. Так, я купил у него воды и мясо. Так, мужики, скиньте всю свою воду и все свое мясо. Да, давай. Это не воду, пустые бутылки, если. А я могу я могу жирную воду желтую скидывать тебе. Да, можешь жирную, я ее сейчас буду все перекрашивать. А что ты мне скидываешь-то, ковер? Мясо пойду переварю, все. А, я вот пойду на охоту, держи. Я тоже на охоту сейчас пойду. Потом, что еще? А банки вы пустые нужны тебе? Банки пустые, жестяные, да. Банки, которые. Не, они его ничего не дают. Может, сал? Я говорил, что можно их наполнять. Нет, сал не надо. Да, ну все, пиздуй, бороздуй. 40-45 должно хватить. Что-то есть приготовить. Курица первая. Хороший родос. Начало положено. Плохо, пацан. Так, а я же могу посматривать, где животные. Опа. Ебать, кабан сзади есть. Хрюша. Чабан? Чабан сзади, да, хрюша. 100 метров где-то он находится от меня. Окей, электродубина. Говорят, заебись. А чё, с чего ты взял, что чабан рядом? Блять, а я типа через контрол там садишься. О, вон спереди води. Спереди чел, стоп. Чабан. Это чабан. Это прям, да. Ультра чабан у вас там. Не попал? Да не, бля, Мишань, я нашел книжку, чтобы создать стрелы и болты какие-то. Ага. Вам лучше пойду. Бля, он еще жив. Да конечно, блять. Хорошо. Хуя, она загорается, блядь. Так вот. Хватит мне больно сделать. Никаких следов. Бля, странно, а вот там есть кролик, блядь. Вон, за кроликом пойду. Он больно тебе сделал, да? Нормально. Хуё. Ай! Ай, это, блядь. Кактус ебаный, да? Да. Пиздец, с кактусами неприятно тут. Вон, кролик спереди. О, блядь, желтоглазый, сука, Миша, ебашу. Ладно, вот так захуярим. О, парни, ну все, мы можем верстаки теперь делать. А, хорошо. Он плотный, пиздец. Да, это правда. А мы, кстати, поставили уже кузню или еще нет? Вроде нет.
Нам для кузни еще кожа нужна. Блять, надо было посмотреть торговца. Но вы сейчас кабанов поднимете, так что хватит. Так, молоток гвоздодер нужен, парни. Есть. Есть. Есть, да? Угу. Засейвить его. Слиток железа мы это сделаем. И дерево. Можем сделать еще верстак, и сможем на верстаке что-то крафтить уже. Все, тут я уже никого не вижу. Может, я думаю, в лесу побольше будет. О, что-то надо похаваться. Похаваться-то у меня нет. Ничего, блядь. Может, тут найду. Может, я топор могу себе сделать? О, клей, две штуки, найс. Части стального копья интересуют тебя, Родос? Да. Все, что с копьем, все. Все, что с копьем, я понял. О, старый сэндвич, ебать, Миша, как ты мимо него прошел? Да, я не заметил его даже. Коробочки лежал. Хм. Бля, вот енотики, я вас слышу, но я вас не вижу, вылезайте нахуй. Может, надо из города выйти, может, там побольше животных? Да слушай, в городе тоже есть животные, на удивление. Ну ладно. Но я вообще в первую очередь в сторону дома бегу, чтобы замок спереди. Чтобы скинуть все уже наконец-то. На, нахуй. Сука. Блять, это тоже усиленный какой-то, ёбаный вроде. Чё, ты больше не встанешь, хуйня? Да, он умер. Блять, а бинтов нету больше. У меня есть бинты. Но обычные, которые не медицинские, а просто бинты. Не-не-не, такие не надо. О, петуха вижу, кок, где-то вон там. Вон он, блядь. Yep. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, бежит, блядь. Я, кстати, не качался, у меня-то, блядь, 4 очка доступных, да я так и не выбрал, куда идти-то, блядь. Можешь в этот, в автомобильные автомобили идти. Нам же все равно машины нужны. Автомобильные автомобили. Красительно. Ох, ебать, ковер. Ох, ебать. Да. Рядом так, с домом, если что, курочка бегает, но я не могу ее догнать, у меня перегруз жуткий. Это желтоглазый, блять. Ебаный в рот. На, нахуй. Нет, надо убегать. Я понимаю. А, нормально ты держишься, все, я понял, я тебе помогаю. А я желтоглазого наебнул, блять. Так, ну давайте готовить. Я где-то видел, блядь. У нас решетка. О. Так, ну нахуй я в этот дом не пойду. Так, двигаться в сторону дома, блять. Так, может зверь вокруг? Так, 5, а тут 5. Так я лучше. Ага. Ого. А мы же можем кактусы? Ну вот вообще в жизни же можно кактус хавать? Ну да. Но только тебя там ебашить будет к эти галлюцинации, нет? Или это миф? Ну, зависит, какой кактус. Наверное, разные. Да, ну. В каких консистенциях? Да ну, вот вряд ли прям... тебя от кактуса начнут галлюцинации ебашить, это ж кактус просто обычный. Блять, да хуй его знает. Не, ну это типа, ты же не можешь, допустим, питаться, вот ты попадаешь на этот, на остров, как он называется? Необитаемый. Да, и ты не будешь жрать по КД эти... Кактусы? Да, кокосы, блядь, потому что ты получишь дизентерию. Ну, будешь, блядь, потом все вываливаться из жопы у тебя. Ну, это понятно. Ну, кактусы... Потому что это как ослабительное действует. О, так это же... В больших количествах нельзя так кушать. Самое с кактусом. Ну, это не столь питательное, наверное. Спасибо, Трэшволк, большое за переподписку, тебе старина. Благодарю за четвертый месяц. Мы всегда играли без чая и кофе, нормально, мужик. Так, готовлю вам 11 стейков. Великолепных. Четко. Принесете еще приготовлю. Я 55 мяса несу уже тебе. О, ебать, еще стейки будут. Миша? Что? Это, блядь. Там что-то было. Путин какой-то пришел ко мне.
Желто-желтоглазый зомби. Почти умер, нахуй. В любом случае отравление будет с непривычки, бля. А мне нравятся всякие такие штуки, ноге, типа, блядь, со вкусом 24 кактуса. Минуты, нахуй. Табак со вкусом кактуса тоже заебись, кстати. Кальянный. Довольно о, приятный вкус. Для луков. Тебе нужно радосик эту сделать. Какого? Жень, держи книжку. Давай. Седьмой. Не, все нормально. Седьмой. У меня вроде типа... бы он есть уже. Кстати. А, не, походу. Ловко чинуть еще. Кухин друг там бегает. Блять. А Клини я же с кукурузой нужно... еще могу что-то сделать. А я попкорн не могу, интересно, сделать какой-нибудь? Так как я промахиваюсь от этого говна? Хорошо. Просто сварить кукурузу могу. Блядь, но вареная кукуруза не выглядит как что-то супер вкусное. Алоэ, завязай. Именно в этой игре. А, так мы пришли уже. Драфт, драфт бир, yes. It's my house. Храните ее. Бля, там еще один мистер Кок. Ярсюхин, друзья. Так. Так, вода и мясо на гриле. Угу. Бля, кожа, парни, не забудем про кожу. Да, а кожу сколько тебе давайте, надо? Мне давайте всю кожу. Но нам нужно, нам нужно на эту, чтобы построить крафтильню. Я, у меня 12 кузню. Штук имеется. Да, кузню. Нужна, кузню. Кожа, давай, давай кожу. Ох. Мясо тоже тебе или так просто закинуть туда на касты? Давай, кастрик? Давай, 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 сделаю. Волду почините, так камень. Ладно. Можешь на кастрик закинуть, а я там уже допилю его. Давай. Ну и вот этот камень, выход где положи. Камень, где камень, где камень. Эй, воду мутную то, что запихаю. Бля, что-то жареное мясо совсем мало дает на самом деле. Всего лишь десятку. Хуйня какая-то. Угу. Десятку? Угу. Так, кто там меня учил, говорит, можно рядом встать и переложить вещи. Типа, которые рядом в контейнере. У тебя, смотри, в инвентаре сверху штука есть. Сортировать контейнер, да? Нет, сортировать, и вот рядом с ним, вот, типа, один ящичек, одна стрелочка, это переложить те стаки, которые есть уже в ящике. То есть просуммировать их. Три стрелки, просто все переложить. А. Там на... А, все вижу, блять. Бля, ну и говно, это мясо на самом деле жареное. Почему жареное дальше. Мясо 10 еды дает, блядь? Типа, а там нихуя. Я видел рагу какое-то, может, вкусно будет. Ну для рагу нам еще картошка нужна. Сейчас я скажу, что я могу готовить. Мясное рагу, сырое мясо, картошка нужна. Картошка где-нибудь у кого-нибудь есть картошка? Да, семена были только. Кстати, Миша, найди где-то трубу, тебе винтовку починить можно будет. Короткую железную? Ага, ага. Да, и вправду. Прямо вот так сделаем. Это мясо отправим вот сюда. Лучше там готовить яйца с мясом. Ломает. Эффективнее, чем просто мясо жарить, да? Да, есть ощущение, что действительно. Яйца если найдете, короче, давайте. А, это оружие типа здесь. Нас кто-то что-то ломает, мужики. Там зомбарь где-то шарится, да. Он нашу базу ломает. Блядь, у нас камень есть еще. Это Арсюхин друг! Арсюхин друг, понятно, блядь, я так и думал. Уголь. Справился с ним? Да. Бейское счастье это не проблема, мы там машину залутаем, там до пизды. 32 мяса, кстати, сырого еще есть. Скидывай пока в ящик рядом, я не буду обычное жареное делать, потому что слишком дохуя. Да, блядь, оружие тут и там вообще похуй, типа. Нам нужна хуйня, где продукты выращивать можно для посева. Яйца, вы видели яйца? А мутная вода, что не это? Экс. Яйца надо тоже собирать, да? Часть мутной воды я еще оставляю, потому что оно идет на клей. А, окей. Кто делает боеприпасы? Кто делает боеприпасы? Ну, какой перк или скилл там? Не Серег. Знаю. Наверное, никто, да? Это у нас булыги вообще никакой. Так, что у нас? Булыга есть, есть булыга. Прокачки. Где? Не вижу ни в одном ящике. Я сейчас кузню сделаю, у меня просто вся. Батя, это кто нахуй сядь? А мы можем с собой кузню перетащить потом? Или нам придется ее сломать нахуй? Да похуй, мы же крафтить можем. Ну все равно, типа, перетащить кузню, если мы решим переехать. Верю, не знаю. Бля, ловкость 5 получается надо. Оп. Можно перетащить, да? Ну все тогда хорошо. Опа. Чтобы, блядь, шотать нахуй.
Какой день? О, ну, Мишань, 4. Мишань, смотри, какая штука есть. У нас как охотник должен охотник оценить. Что дает? О, прикольно. А это на что именно оно? А я не знаю. На лук, наверное, блядь. Кстати, кто-то молоток просил. Да, на лук. Леотыч, спасибо большое за сабочку. Так, ну смотрите, нам Дигель теперь нужен, чтобы это, чтобы кузница работала или меха. Иначе у нас кузница работать нормально не будет. Домой. Переплавим нихуя. Where are you, курица? Так, давайте посмотрим, что мы можем приготовить. Овощное рагу. Картошка нужна. Картошка нужна. Картошка нужна. Для всего картошка нужна, мужики. Окей, окей. Нацелить картошку, получается. Да, но если именно видел, нужно кто-то занялся. Или яйца. Короче, видите, видите этот гнездо, собирайте там, потому что яйца, они нужны пиздец как сильно. Опа. Понятно, что у нас тут лук лежит. Нас кто-то опять что-то ломает, мужик. Блять, да как прожрать-то этого персонажа, блять? Что ж ты такой голодненький-то? Ну, потому я что, походу, нужно реально... Ну, складывать качать нормальные вещи. Не-не, нормальные вещи готовите, не то, что мы готовим вот эту хуйню. Mm-hmm. Ну, это ж с прокачкой у тебя, типа. Ну да, но мне лут нужен для этого еще. Говорят, если есть блок притязания на землю, то можно снимать постройки. Блок притязания на землю, то можно снимать постройки. Понял. Спасибо. А кто у нас еще ломает? Где-то зомби какие-то ходят. Я вот спустился уже поискать зомбика, но я не. А вот, вот он прям под нами. Мертвый. Еще один тоже рядом. А, у меня есть семя картошки одной. Сейчас, только. Ну семя, бля, парни. А нам нужна штука, которая выращивает. Блять. Ну я так понимаю, нужно пост. На нахуй. Где мы выращивать это будем, типа? Вот что нам нужно. О, на Джокер крыше спрашивает, планируем ли мы лодку. Ну, лодку вообще по-хорошему, да. Пишите, да. Ну, там типа и Сандей пришел, и Джокер, ну, да, я так понимаю, можем пришел. Можем все в Баратрауму пойти. Можем пойти. Сейчас под оружием есть две полоски. Зеленая это еда, синяя это вода. Чтоб было понятно, сколько... А, вон оно, что, то есть у меня сейчас половина еды, блядь, только заполнена. Охуеть, блядь. Я тоже дохуя съел. Короче, нужно яйца брать. Все, нужно брать... блядь, деревни прокармливать такого бочонка надо, блядь. Мы не будем пока мясо пережаривать, потому что слишком мало дает. Мы будем искать мы мясо с яйцами. Мы будем рабами. Но мы будем завоевателями. Сколько у нас еще мяса есть с собой? Базару ноль. А, так яйца без дизентерии, ебать. О, а не ешь яйца. А я хавал, да, и так. Я умираю просто. Не сейчас смейте хавать яйца, из них лучшая еда крафтится. А, блять. Я пособираю. Пытайся выжить. Собирай яйца и пытайся выжить. Яйца потом смешиваешь с мясом и получается супер омлет. А, а курочек можно, так сказать, это, ну... под себя это подбить, короче. Подарить, блять. На мясо их, короче, и на яйца. Ну. Нет, нет, ну типа там их в эту, в загон, так сказать, куриный. Да, было кажется, прикольно, не... но мне это нельзя. На, нахуй. О, убил, неужели я ваншочу их, аллилуйя. Нам нужен еще перк на семена на выращивание. Да, да там пиздец дохуя всего надо. Короче, пока ходите, ищите яйца, мужики. Еще кок. А с кукурузой ничего не что крафтится у нас? Крафтится, но вареная кукуруза не особо питательная, по-моему. Да, я помню, раньше юка ебаная, их фрукты были, с них рвал. И нормально так давали, а сейчас что-то вообще, походу, как будто убрали. Вареная кукуруза с кипяченой водой, да, перемешивается и получается... Ой, кукуруза просто обычная. Получается вареная кукуруза. Но, бля... Вареная кукуруза не это. Кок в доме, блять. Не супер питательная. Пойду кафешку залутаю, попробую, может там что-то есть. Пирог... А у нас есть кукурузная мука дома? Да, ну да, я может приносил как-то. Есть, ебать, надо. Я сейчас... жрал ее, блять, и приносил. Я могу пироги сделать из нее, ну-ка, надо о, посмотреть. О, мадам пироговая, это круто. Опа, вот и ты. Это они тоже не очень хороши.
здесь где-то должны быть домики обязательно, похожие на фермы. В таких городах всегда есть типа домики, как фермы. Волк. И в них нужно картошку воровать. Картошку и кукурузу. На нахуй. Что с лицом, старик? Мясо я слышу, походу. Микрофоном только что добыто было. Да. Конечно, спускаться сюда, блядь. Так, верстак. Парни, я могу крафтить велосипед, кстати. О, вот это неплохо. О, неплохо. А ты в это... там есть у нас уже. Ты в My Summer Car прокачку ушел, да? Ну, я машины, да, начал. Вот встал, блядь, прямо за машины, а? Да, блядь, хитрый заяц. Встали, что ли, 20? О, кастрюлю нашу. А, нам бы, чтобы кто-то в садовода пошел учиться. Круто было бы. Чтоб не на подножном корме жить, а самим выращивать, да, маленький огородик. Сука, ты рофлишь? Не верю, блядь. Варите красный чай. Так это нихуя себе. Это можно сделать. Хризантемы, мужики, собираете. Это такие цветастые желтенькие цветы. Желтенькие, да? Ну, красненькие такие. А, красненькие? Да. Кукурузная мука. Ох ты ж, сука. Зверей не чувствую. А? Что, кукурузная мука? Попок. Ебать, пацаны, ко мне какой-то военный зомби пришел. Военный зомби? Ну, может, у него военный лут будет. О. Пойду спрошу у него, что он. Ебать, в тележке уборщика два радиатора от машины. Интересный уборщик. Не, у него не военный лут, Мишань. У него кишки наружу. Жалко. Все, что он принес. Волка заутал? Да, мы же вообще супер быстро разделали. Без нормального садовода вы не станете на самообеспечение и вечно будете искать еду. Заебись. Кто хочет садик свой сделать маленький? Миша, ковер? Ну, у меня как-то с охотой садоводство маленько не ложится сейчас. Давай коврик будешь этот, сука, будешь садик, блядь, делать. Там несложно, там буквально... Ботаник из меня так себе. А так там не надо ничего будет делать, просто нажимаешь кнопку, он садится и все. Главное, чтобы ты сажал, а не кто-то из нас. Потому что мы хуёво выращиваем. Хорошо. Так, а как сменить боеприпасы на оружие? Кукурузный хлеб. На R вроде бы. Слушай, ну я могу попробовать. Я могу попробовать, да, пойти дать тоже в фермерство. О, очень много тебе будет, по идее, нет? Ну, я пойду чисто равных машин и фермерство. Хуя волков. Бля, я потихоньку стойкость качаю. Давай, ковер, я пойду за тобой. Окей. Да не, мне сейчас, в принципе, качать-то больше нечего, я только взлом качаю. Да взлом там качать два раза хватает, и вот нет смысла качать больше. Yes. Ебать, это что за выстрелы, да, такие, нахуй? Это сосед. Я хуярю. Человек, сосед, блядь. Блядь, бинта нету. Кровь блядь, идет, а там зомбак сраный. Перш оружие на Q зажимаешь? Не, без на Без третьего левела навыка. Пиздос, без третьего левела навыка выхлоп семян только 50%. Что за выхлоп, блядь? Ну, короче, ты когда собираешь растения, у тебя а с него может не выпасть семя. Выхлоп? Вот тебе нужно садоводство прокачать. Нет, так а там есть, я вижу, фермерство. Фермерство, земледельство и все. Что ну, походу, это оно. Я хуй знает. Имена ломаются, когда ты их собираешь. Ебак, блять. Блять, эти домашние растения в два раза успешнее создавать семена. Блять, он еще и желтоглазый, нахуй. Стоимость создания фермерских делянок падает на 30. Ягод и овощей. Брать декоративные или домашние. На, нахуй. Куда ебанчай, блядь? Вернись в канавку. Бля, сейчас ведь вернется. Блядь, желтоглазые, ебать, жесткие, нахуй. Да. Пиздец, блядь. Ну, на, блядь. Но они 2200 XP дают с другой стороны. Фух, блядь, вообще сумасшедшие. О, нахуй. Пыво. Я нашел пыво, ебать. Так, что имеет смысл? Может еще готовку покачать, блядь? Да, кормим. Да, бродяги, чили, доги, рыбные тако. Я рыбу вообще ни разу не видел в этой игре. Какие нахуй рыбные тако? Еще надо так хавать, блядь.
Кто там отстреливается? Фиксирование, вот, интеллект покачать немножко. Да похуй на то, что типа меньше. А где вы, блядь, куда я нахуй иду? Где дом? Кто дома? Алькор? Я дома, да. Лучше. Вон он там стоит. Ебать, что-то зомби-то пришло много, а? А есть мёд, Алькор? Настреляли, наверное. Это мёд? Да, но у меня мёд. Заражение просто 5%. Прощай. Да, у меня тоже 2,5% заражения. Это даже не Т3 зомбак. Мёда нет. Блядь, самый жёсткий. Пока интеллект покачаем, я вроде готовить пока умею. Ну наешься, это ты, конечно, хорошо сказал. А ты яиц принес? Яиц. Да две штуки я принес. Блять, мало яиц. Блять, чувак, у меня, чтоб ты понимал, еды просто, блять, на мизере. Воды на мизере. У меня стамины, блять. Ой, хуйня. 50 стамины, которые генятся. Нихуя. Слушайте, а зомби-то, если лут падает, хороший лут падает, блять. Ну я сделал кукурузный хлебушек, но он такое говно. А что, еды больше нету дома? Есть, 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 вот там кукурузный хлеб. И мясо, мясо и кукурузный хлеб, но и то, и другое дает так мало, что просто пиздец. Что, кто? Надо яйца искать. Еще волк. Блять. О, да, ломать их. Ишь ты какая. Резвое. Мясо вот еще я принес. Резвая зомбячка. Мясо и сопротивление, бля, сопротивление жаре охуенное просто. Ебать, в левом ящике. Рагу плюс 50 еды, боже. И как мы выглядим? Охуенно, железо, говоришь? Сука. Мясо, левом, где мясо? В самом левом. Железные пони. Мясо, 22 и 2 яйца, найс. Бля, где можно взять еду, Алькор, я так не понял. В костре, вся еда в костре. И складывайте, если найдете, лучше в ящик рядом с костром. Сильно рукоять. Там же и напитки тоже, и все остальное. А что такое ОЖ? Очки здоровья. Здоровье. Восстанавливает одно очко здоровья каждые 5 секунд, ебать. А как делить? Правой кнопкой. Есть. Переносить правой кнопкой, половину будет брать. Да, надо яйца искать. Ну я пойду сейчас искать, я вот сделаем. Да, я тоже сейчас побегу. Так, ну я 76 мяса еще принесу сейчас. Ну тогда давайте тут заканчивать лучше. Давайте. Сейчас я тогда принесу вот зайчика последнего. 2 яйца, 5 сырого мяса превращает нас в яичницу с беконом. Блин, это зайцы, охуенно. Зайцы, сука, противные, мерзкие. Жирированная баранина, нихуя себе. Это вот самое такое, яйца. Хуй яйца, кстати, наверное, с лаки-лутером лучше собирать. Пил, который я пойду, вот я пойду сейчас сделаю. Удачу, ну, не повышает. Сейчас уже, но в следующий раз. Ну да, наверное, с 5 уровня везучего искателя яйца будут постоянно падать. От этих. Ну, у меня 3-й везучий искатель уже. Добегался нахуй. Подожди, там, повар, насколько нужно этого, чтобы не умереть, инфекция? 5 инфекций снимает, 5% снимает один мед. 5,6 просто. А когда умираешь, насколько надо? Только, по-моему, когда ты становишься зомби. Блядь, а там еще один волк. Ну тебе, по идее, 2 меда надо, если я правильно понимаю. Снять сначала животных 5, очень много. Сколько-то. Ладно, я в лес попиздовал, блядь, быстро. Ну так животных много, потому что ты их видишь, как этот. Как черт. Так, ну я попиздовал за яйцами, короче. Нужно яйца собирать. А яйца в лесу, да? Больше yes. всего. Да, не только лесу, они и тут могут лежать. В любом этом. Есть что-то на реген выносливый. А у нас есть плюс 40. Блять, ну хочу вот этого черта застрелить. Заебал он тут уже ходить, этот огромный мент. Огромный мент, кстати, опасен. Да, я верю. Хватит. Взял со стороны. Удачи, курочку. Давай. Кого я еще не застрелил? О, блядь! Сука.
Слушайте, нож. Блядь, огромный мент-то жесткий, блядь. Смотри, когда он начнет сердцебиение давать. Рекорд, тут очень дохуя цветков. Не знаю, кого-то из них тебе надо прямо вот тут за... О, да, вот красненькие, хризантемы называются. Ну, блядь, да? Уродом меньше, так сказать. Собираю, и хлопок еще собираю. И золоторатник можно собирать. Желтые, красные цветы и белые цветы, короче, собираете. Все цветы, короче. Хризантема, хлопок, золоторатник, это все нужно. Из золоторатника крафтится этот чай, из-за которого ты меньше это кушать хочешь, короче. Притупляет жажду. Хуя, тут X3 почему-то дается. Интересно. О, это ебать я, кстати, зря сделал, походу. Ой-ой-ой-ой-ой. Хризантема что-то еще дает. Ты коктус, блядь! Ох, ебать. Пизда, пацаны, умираю, прикиньте. Ебать, я лох. А что ты умер? Да меня какой-то мега ебатель убил, блядь. Какой еще мега ебатель? Я по нему и выстрелил, блядь, с X3 уроном. И молотком его забивал, а ему похуй вообще на меня. У него, наверное, столько опыта давали, если ты его убил. Блядь, ну да, ну теперь надо будет... 20 опыта. Надо будет, блядь, до него добраться теперь. Каков шанс найти интересные яйца в птичьих гнездах? Он, наверное, маленький достаточно. Я одно яйцо. В смысле, нашел. Ну я лучник, но я же из винтовки тоже стреляю. Хотел попробовать винтовку. Надо тоже лаки лутера качнуть по итогу будет, походу. Да всем нужно эту хуйню качать. Чай золоторадника лечит понос, а вот красный чай лечит количество профита. Блять, и уебок этот появился. Медленнее, по-моему, голодаешь, вроде бы, нет? Хуй знает, короче. А зомбак, который тебя... Ай, блять. Зомбак, который тебя убил, исчезает, да? Нет, нет. Там... Нет, не должен. Ты просто, скорее всего, ушел от... Блять, тут мин, пиздец. Да не, нету. Он должен быть там. Странно. Да не, спасибо, Ровно, за 31. Пока что туда не пойду. Ну его я не вижу. Ладно, иду в сторону дома. Да, ну типа... Нашел, три яйца уже нашел. О, найс. Но зато если прокачать этот скилл удачи на максимум, там 25% доп добычи, это же дохуя на самом деле. Три радос, одна яичница, это два яйца. Ну, одно мясо с яйцами. Понял. То есть 4 это только на 2. И еще 5 мяса нужно. Да хуя, короче, надо. Я ебашу, Олькор, я ебашу. Я верю в тебя. Да а как глубокую рану с тобой же? Я тоже пытаюсь найти что-то, но пока нет, не особо профитно. Да, у меня, блядь, 6,8% уже. Мед бы похорошо. Вот так бы сразу, блядь, а. Вены принадлежности использовать. Так, все, глубокую рану зашил. Бля, ебаная собака, меня чуть не убит. Йос. Ай, блядь! Ебаный маленький кактус. На уровне ступни, который. Так. Дает, блядь. Раздавил ему ебало. Посмотрите на это, нахуй. Pop and pills. Осталось найти от заражения что-нибудь. От заражения, от заражения. Я ебаный пенек. Я столько пеньков раньше видел, но я не понимал, что это. Я вообще ни одного пенька не видел еще. В лесу дохуя пробегал, пока к тебе бежал. Но решил не собирать, потому что подумал, типа... Парням оставить лучше. Да я сбегаю, поищу тогда. Или мы сейчас уже заканчиваем? Да в труму, наверное, пошлите. Да, можно убрать травму. У нас и Джокер пришел, и Сандей пришел. Погнали тогда. Погнали. Я сейвлю мир. Погнали. А мне просто выйти надо, да? Он сам засейвится. А, нажми Escape, там есть у тебя сейв или что-то такое? Пригласи друзей, настройки и выход. А значит просто выходи, да?